Здравствуйте, друзья! Всех хочу поздравить с наступившим Новым годом. И мы сегодня приготовим утку в тандыре в шикарном маринаде. Будет называться у нас рождественская утка. Вот такие у нас уточки. Нужен литр будет сока яблочного, апельсинового, соевый соус и горчица. Все, запекать еще раз будет в тандыре. В первую очередь вырежем уточки здесь железу. И также с этой поступим. Теперь нам понадобится контейнер, апельсиновый сок, литр апельсинового вылили, теперь яблочный сок теперь пол-литра соевого соуса и такой ядреной горчицы. Тюбик отхватит и 2 столовые ложки. Все венчиком взбиваем. Все взбили и укладываем нашу утку. И выжимаем. Через 6 часов достанем из маринада и в тандыр. Утка у нас замариновалась, будем готовить вот на такой штуке. Вот картошечку почистили. Маслицем, лучком высыпаем сначала картошку. Уточку. Такая у нас получается красота. Фольгой замотаем крылышки. Также ножку. Все, у нас готово. Пойдем опускать в тандыр. И на 1,5 часа
приготовилась. Ложки отрываются как. Картошечка. И наша картошечка.